Для сборки двухметрового подъемника понадобится всего-навсего один шестигранник 2 на 6 размером, 2 ключа 17 и 1 на 19. Поехали. Дальше мы кладем, после того, как стойки установлены все на месте, мы ставим площадку на ее место. После того, как площадка стоит на месте, мы прикручиваем с наружной стороны, на место ставим подшипники и подтягиваем их ближе к стойке, для того, чтобы не было лишних зазоров или шатов. Когда мы закрепили все подшипники, мы можем уже подсоединять непосредственно сам трос к площадке, приподняв ее немного и попав в петлю. И так с каждой стороны. Закрепив подшипники, мы начинаем ставить ограждение. Установив и затянув винты, по сути, наша стойка готова. Остается настроить только трос. Для того, чтобы его натянуть, нам надо опять же пропустить через ролики и в концевике здесь на конечной точке ее подтянуть, для того, чтобы они были в небольшом натяжении. Но для того, чтобы нам разобрать электроподъемник и сложить и уехать с нашего объекта, нам понадобится всего-навсего несколько ключей. 2 на 19 и на 17. И также шестигранник
размером 6. Поехали! Так как мы разобрали саму площадку, сняли подшипники, мы снимаем троса. Троса таким легким движением, мы просто их выбираем из-под ролика. Ролик здесь, вот, и снимается вот здесь. После, когда мы все это освободили, мы снимаем уже самое главное, это направляющие. У них есть 4 винта с шестигранником. Мы откручиваем, задний полностью снимаем, а передний, внутренний чуть-чуть откручиваем, потому что она дальше выходит из своих пазов. Для полной сборки, для того, чтобы его упаковать или перевести, это надо будет снимать ролики для того, чтобы снять сам весь трос. Достаточно вытянуть шплинт, достать этот, и ролик освободился. Цепляем на место, чтобы не потерять. Точно так же мы делаем внизу, для того, чтобы это все у нас ушло. И теперь мы можем снимать полностью раму. Возьми с той стороны. Вытягиваем. Все, рама у нас снята. У нас остаются от мотора, которые идут главные троса. Их можно потом в натяжке аккуратненько стянуть уже. Вот, делаю вот так. Мы стягиваем их прямо по мотору до конца пультом. Убираем. По сути, у нас полностью разобран весь механизм, и мы можем просто его складывать друг на друга для перевозки. Будем складывать. Нет смысла. Ну, давай покладем.